Более часа длился 6 марта очередной инсталайв Казанского федерального университета, посвященный вопросам поступления в Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ. Леонид Толчинский отметил, что Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского университета самая большая в Поволжье и одна из крупнейших в России медиашкол. Здесь уже на протяжении 56 лет готовятся профессиональные журналисты, специалисты в области связи с общественностью, рекламных технологий и медиакоммуникаций, а также в области телевидения и национальной журналистики. Выпускники Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ очень востребованы на рынке труда. Звезды сегодня федеральной журналистики учились здесь. Они сегодня в горячих точках. Вообще, что называется, путь в медиа-звезды здесь протоптан. В ходе ответов на вопросы абитуриентов директорат Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ рассказал о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления на бюджетное отделение по различным направлениям, а также требуемых экзаменах и внутренних испытаниях. Стоит отметить, что запись будет доступна в течение суток для просмотра всем желающим в инстаграм-профиле Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.